Привет, мои дорогие! Немножко будет такой больничный влог. Почему? Потому что я болею, у меня температура, достаточно высокая температура. Но все же никто не отменял делать домашние дела, даже когда мы с вами болеем. У меня, как вы уже знаете, у меня произошел отит. Ухо очень сильно болит. Это на самом деле такая неприятная болячка. Постоянное состояние заложенности. Прописали мне лекарства, делаю их, показывала вам вчера во влоге, что мне выписали, как выписали. И сегодня хочу вместе с вами наводить порядок в комнате. Лидочка у меня тут рядышком спит. Пока она спит, у меня есть такая возможность хоть немножко убраться в комнате. Уже сейчас сняла постельное белье. Не буду пока за новое вставлять, уже потом, перед тем, как ложиться спать. Интересно, слово ложить, нет такого слова, укладываться, спать. Значит, тогда уже постельное белье вставлю. Сейчас начну делать такую легкую уборку, и, может быть, вас она тоже немножко смотивирует на вашу уборку. Давайте начнем. Тут у меня получается такой домашний лекарь. Сейчас буду складывать это все, все эти лекарства. Пока мы тут решили, да, кое у кого свои планы. Что ты психуешь? Давай, на. Что ты кряхтишь? Кряхтушечка мамина. Будем убираться с тобой? Давай вместе сейчас по чуть-чуть будем убираться. То? Сейчас мама покормит тебя, памперс поменяем, да? Будем убираться дальше. Будем убираться? Да, вот так с маленькими детками. Параллельно купаемся, параллельно переодеваемся, параллельно убираемся. Все надо делать параллельно, да? Кто тут такой маленький лежит? Кто ты такой маленький лежит? Кто ты такой маленький? Кто такой маленький? Так, будем надеяться, что у нас получится немножко раскидаться по лекарствам. Пытаемся Лидочку приучить к соскам. Я не знаю, у нее каких сосок я только не купила. Но так и не получается приучить ее к соскам. В общем, вот целая куча у нее всяких разных. Но как-то не получается приучить Лидочку. Да, Лидочка? Не получается тебя приучить.
Давай. Я же здесь с тобой рядом, убираемся мы с тобой. Мы с тобой собираемся. Мы с тобой тут убираемся. Да. Никуда не ушла. Я тут рядом с тобой убираюсь. А ты что думала? Малыш, на боках тебе надо посидеть. А? Ты такая ручная. Вот так мы с тобой потихонечку, помаленечку, да, убираться будем? Да. Да. Сейчас полы еще помоет, мама пропылесосит. Да, и все будет у нас с тобой. Да, и стиралка запустим, и все. И мы с тобой молодцы. И мы с тобой молодцы. Да. Мы с тобой такие молодцы будем. Представляешь? Да. Мы такие будем молодцы. Мы, девчонки, молодцы будем. Да, тебе на руках надо сидеть. Вот так сидим себе такие, да? Вот так вот. Надоело тебе лежать? Надоело тебе лежать? Я поняла это, что тебе надоело лежать. Тебе надо все смотреть кругом, все видеть. Все кругом смотреть, все надо видеть. Все надо видеть, все надо смотреть. Вот такая тебе колбашка такая. Оп-оп. Оп-оп. Ой, такая колбасочка мамина, мамина колбаска. Колбашка такая крихтуха. Такая крихтуха мамин. Вот так вот. Скажи, вот так дела свои отложи и занимайся мной. Нечего, скажи, делами заниматься. Какие могут быть дела важнее меня? Ну, я также говорю, что никаких дел не может быть важнее тебя. Важнее тебя быть не может дел. Да. Да. Опа. Пойдем ходить будем. Плиточка играет. Убралась в комнате, сейчас уложила малютку спать, она спит пока. Пойду дальше убираться на кухне и приготовлю что-нибудь покушать. Вот такая вот часть у меня моего дня. Я надеюсь, вас тоже смотивировала на какие-то уборки, так сказать. На этом буду заканчивать. Спасибо большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Я с вами разговариваю, а ухо одно заложенное, так сложно. Все болит. Когда это все уже пройдет, столько денег в аптеку унесла. Просто обидно, что все очень дорого сейчас стоит. И ладно нам, молодым, а вот каково пенсионерам? Я всегда в этот момент думаю, что очень сложно в этот момент пенсионерам. Спасибо большое за ваши лайки, за ваши поддержки. И на этом пока-пока.